Всем привет, с вами Неломоб, повар Неломоб. Мы сегодня играем Cooking Simulator, игра, которой давно у нас не было. Появился новый режим, новое дополнение называется Пицца. Симулятор готовки пиццы на сегодня. Описание. Осуществите мечту и откройте собственную пиццерию. Готовьте настоящее тесто, вкусные соусы. Используйте профессиональное оборудование для максимальной эффективности и делайте потрясающую пиццу, отвечающую всем прихотям посетителей. Выполните задание, чтобы открыть десятки новых продуктов и окажитесь среди лучших пиццеоло мира. Выполняйте 3 испытания мастера, чтобы разблокировать мощные перки мастера и покажите всем, что вам нет равных в этой профессии. Включаем обучение, нажимаем играть и загружаем игру. Надеюсь, что игрушка будет, это DLC будет крутое и мы с ним вдоволь насладимся. Так, вот у нас появилась уже игра, собственно. Поступил новый заказ. Нажмите Т, чтобы продолжить. Привет, добро пожаловать в пиццерию Папы Пепе. Я вижу у вас огромный потенциал. Настолько огромный, что я готов поделиться некоторыми секретами. А если оправдаете мои ожидания, возможно, эта пиццерия станет вашей. Что ж, начнем тренировку. Наверное, мне стоит немного камеру опустить ниже, чтобы вам было видно там текст, чтобы я не загораживал его. Вот так. Итак, нажмите Т, чтобы продолжить. Букву Т. Чикс нажал. Уверен, вы все же знаете, но давайте все равно начнем с азов. Я покажу, как делать пиццу из уже готовых ингредиентов, как ее запекать и, наконец, подавать на стол. Так что продолжить. Нажимаем. Начнем с основ для пиццы. Без нее пиццу не приготовишь. Чтобы сделать основу, надо раскатать тесто для пиццы. Возьмите немного теста и положите его на доску для раскатывания теста. Нажмите, чтобы взять тесто в неаполитанском стиле. Так, вот там нарисовали, вот оно, да, кусочек? Ух ты, какая красивая пиццерия. Я хочу ее рассмотреть. Ух ты, ну это мы где-то в Италии, по-моему. Так, это оно, тесто, неаполитанское тесто. Берем. О, кусочек теста есть. Положите тесто в неаполитанском стиле на доску для раскатывания. Нажал правую кнопку мышки. Это доска для раскатывания наша. Ставим чикс. Есть. Начнем с основы для пиццы. Так. Перейдите в режим приготовления пиццы. Нажмите на кусок теста. Режим. О, неаполитанское тесто. Взять режим приготовления. Жук, сейчас будем раскатывать его. Раскатывать тесто в основу для пиццы. Нажимая кнопку мышки. Чик. Оп. О, корж. Корж, делаю корж. Есть. Сохранение. О, конечно, надо сохранить. Отлично. Теперь начнем добавлять в пиццу ингредиенты. Сперва добавим соус. Нажмите W, чтобы посмотреть на полку для гастроемкостей. Там вы найдете соус и несколько ингредиентов, которые я подготовил. В будущем вам придется готовить ингредиенты самостоятельно, но об этом поговорим попозже. Хорошо. W нажимаем. Так, на этой полке хранятся гастроемкости. Выбираете ингредиенты клавишами AD. Помните, что вы сможете использовать только те ингредиенты, которые вы подготовили заранее и поместили на полку. Выбирайте соус с помощью соус. Так, нажмите на подсвеченную гастроемкость. А что с них подсвеченное? Вот это единственное. Лист базилика. Наверное. Чик, базилик. О, я выращиваю дома базилик. Я как-то вам покажу свои цветы. У меня дома растет базилик. Так, нажмите. Так, на этой полке. Так, базилик, ложим его. Посередке? Так, можно и не посередке. Ух ты, прикольно. А можно камеру увеличить немножко? Движение камеры влево-вправо. Повернуть круто, добавьте. Хочу поближе базилик рассмотреть. На подсвеченную гастроемкость. Подождите-ка, я, может, что-то не то сделал? Я базилика налепил. Я, кажется, что-то не то сделал. Подожди. О, я это должен был. Гастроемкость, соус, маринада. О, я базилик взял. А как его теперь устранить отсюда? Выбор ингредиента, выбор трав, выйти режима, движение камер, повернуть. Я испортил корж. Я базилика нафигачил. Вот, мне нужно было вот это взять. Гастроемкость, подсвеченная. Соус, нет? Нажмите на подсвеченную гастроемкость. По-моему, вот это оно было. А может не оно? Я базилика нарвал, это не то. Лист базилик. Больше ничего подсвеченного нет. Ну давайте нажмем на это. Добавить соус. Нажмите, чтобы добавить соус. Да, это оно. Я черпнул соус, это кетчуп такой. Бумс. Двигайте и удерживайте, чтобы распределить соус. Ой. О. Размазываю по базилику. Так. Чтобы переключиться на полку для гастроемкости. W. Чикс. Нажмите
на подсвеченную гастроемкость следующее. Это у меня было, получается, кетчуп, соус маринара называется, а это моцарелла нарезанная. Это сыр такой, да, моцарелла? Так, что, нажимайте кнопку, чтобы выкладывать сыр на пиццу согласно образцу. Так, как его крутить? Камеры влево повернуть вокруг. О, нашел. Ну вот так. Тыц. Есть сыр, кусочки сыра. Видимо, оно уже порезано плоской, сыр порезан. Дабл дважды или пять, один раз, чтобы переключиться на травы. Допустим, пятерка. Или S буква. Нет, пятерка. Может, F5? Нет, я на пятерку. А можно как-то с этого выйти режима в начале? Так, пятерку нажимаем. Чикс, не работает. W. Нажмите свечную банку с травами. Это базилик берем. О, базилик. Сохранение, правильно. Чтобы взять чего? Пора... А, видимо, базилик я типа уже добавил, но мне сразу засчитало, наверное. Пора запечь нашу пиццу в духовке, но сперва духовку надо подготовить. Чтобы разжечь огонь, положите полено в топку. Нажмите, чтобы взять полено. Так, с этого мы режима выходим вообще. Вот, выходим. Так, возьмите, нажмите полено, вон полено. Вон полено берем. Так, берем полено, чикс, и запихиваем его в печь. Держа полено, нажмите кнопку, чтобы положить его в топку. Запихиваю. Пусто. Держа полено, нажмите правую кнопку мышки. А, тьфу ты, я сюда должен ее запихивать. Туда внутрь. Правильно. Прежде чем запекать пиццу, надо разогреть духовку до нужной температуры. Проверяйте температуру с помощью термометра на духовке слева. Со временем дрова в топке выгорят. Не забывайте добавлять дрова, чтобы поддерживать огонь. Не нужно еще дров накинуть? Не знаю, какая там температура. А где мой термометр? То есть, где моя... А, вот оно. Надо, чтобы было горячо. Берем еще бревен. Еще туда внутрь. А ну-ка. Запихнул. Еще одного буратино туда. Еще одного. Чик. Запихиваем. Три. Три полена уже зафигачил. Пусто. Подождите-ка. Как мне разжигать это все дело? Надо же как-то зажечь еще. Так, добавляйте дрова, чтобы термометр остался... Добавляйте дрова, чтобы термометр остался в зеленой зоне. Так я уже три дровины-то запихнул. Печь. Оно там... О, сохранение. Видимо, 4 нужно было. Так. Отлично, духовка готова. Пора положить в нее пиццу. Но не вздумайте делать это голыми руками. Для этого есть специальная лопатка. Нажмите, чтобы взять лопатку для пиццы. Где? О, вот эта лопата. Чикс. Так, взял. Держа лопатку для пиццы, чтобы подобрать пиццу. Ну, идем, подберем. Чик-чик-чик-чик. Ой, какая-то пицца у нас такая. Лист моцареллы, там тары-пыры, моцарелла нарезанная, лист базилик, основа для пиццы и в неаполитанском стиле. Очень такая простенькая пицца, но сыр, наверное, расплавится красиво. Поместите на духовку, чтобы поместить пиццу внутрь. Так, на духовку, вот здесь, по идее. Чикс. Вот туда внутрь. А, там несколько пицц можно запихивать. Жикс, забросил. Температура духовки со временем падает, так что не забывайте за ней следить. Если она слишком низкая, подкиньте дров, а если слишком высокая, закройте нижнюю камеру, так температура начнет стремительно падать. Еще раз, если она слишком низкая, подкиньте дров, а если слишком высокая, закройте нижнюю камеру, так температура начнет стремительно падать. Нижнюю камеру, пицца, подождите, пока пицца испечется, выйти из режима приготовления. Так, а это я где брал? Здесь? Повесим лопатку. А где нижняя камера? Вот это? Горячее. Да, это нижняя камера. Пока пицца запечется. Что с температурой? Какая-то она слабая. И что? Держа лопатку для пиццы, нажмите, чтобы достать пиццу. Лопатку берем. Лопатку для пиццы. И пробуем, нажимаем. Достать. Она запеклась, по идее. Чик, забираю. Жик. Забрал. Чтобы достать пиццу, я выйти из режима приготовления. Достал. Сохранила. О, какая она красивая получилась. Смотрите, какая она классная. Как она все раз... Моцарелка моя. О, прям бери и сделай, как это. О, какая у меня пицца. Держи пиццу, лопатку на тарелку. А где тарелка? Ага, вот она. Чикс. Опа. Сбросил лопаткой. Так. А, чуть пригорела. Подожди. Нажмите, чтобы взять ее. Подожди. Так, берем. Ну, видите, немножко базилик пригорел. Основа для пиццы. Я передержал. Размер маленькая. Так,
Нажмите на сервировочный стол через окно для подачи. Вот сюда. Так. А колокол... А один дилей нажать не надо было? Награда 250 центов. Экспа. Время тикает. Так, еще мне теперь... Окей, галочку. Знак... Ага, награда, тесто. Рассказывает ингредиенты мои. Галочку, окей. Туда, в черноту отправил. В черноту. Чикс. Получен достижение. Великими не рождаются. Великими становятся, верно? Так, ингредиенты, все. Что теперь нажать? Нажмите, чтобы продолжить букву Т. Бамс. Как мне это закрыть теперь? Вниз. Вы доказали, что можете приготовить настоящую итальянскую пиццу. Теперь пора подготовить пиццерию к завтрашнему дню. Давайте покажу, как готовить тесто, соус и другие ингредиенты. Давай. Можете не спешить, у подготовительной фазы нет временного лимита. И вы сами решаете, когда ее закончить и начать новый день. О, это круто. Для начала давайте приготовим тесто в неаполитанском стиле. Сперва прочитайте рецепт. Откройте приложение Pizza Profi и найдите нужный рецепт. Так, нажмите эти три точки, чтобы вернуться на домашний экран. Табуляция. Вот это. Вот, я открываю свою мобилу. Чикс. Откройте подсвеченное приложение Pizza Profi. Приложение Pizza Pro. Жить. Нажмите на подсвеченный рецепт теста в неаполитанском стиле. Это оно. Чикс. Нажмите на кнопку скрепку, чтобы закрепить рецепт. Скрепку. Жукс. Нажмите эту, чтобы вернуться на домашний экран. Соль, вода, мука, дрожжи. Чикс. Откройте подсвеченное приложение Quest Villa. Это вот оно. Так, нажмите Т, чтобы продолжить. Новые... Тихо-тихо, что-то все... Завершите все вводные задания, чтобы открыть специализации количества, качества и скорости, а также соответствующие ими испытания. Так, приготовить 3000 грамм теста в наполитанском стиле. Какой-то там у нас будет прогресс идти. Прогресс на грас, чтобы продолжить. Ежедневник — это приложение для истинных пиццеоло мирового класса. Здесь вы найдете испытания и задания, которые помогут отточить навыки и узнать много нового. Хорошо, это очень хорошо. Будем изучать. И что мне надо что-то нажать? Новые ингредиенты, новый перк. Нажать надо? Это мы дойдем, когда опыт наберем. Понял. Т, что продолжить, нажимал. Выполняйте эти задания и зарабатывайте славу, уважение и сертификаты навыков. Хорошо, Т, что продолжить. Сейчас давайте сосредоточимся на деле. У вас есть несколько несложных заданий, с которыми я вам помогу. Хорошо, давай. Покажите, что готовы учиться и заработаете звание начинающей пиццеоло. Такое слово смешное, пиццеоло, которое позволит вам стать во главе этой пиццерии. Кроме того, выполняя задания из приложения, вы будете открывать новые рецепты, ингредиенты, так что оно того стоит. Окей. Внизу экрана есть кнопка, которая описывает элементы приложения. Так, внизу экрана есть кнопка, которая описывает элементы приложения. Когда разберетесь в приложении, нажмите табуляцию, чтобы убрать смартфон. Так, табуляция, чтобы закрыть. Внизу есть кнопка, которая описывает элементы приложения. Прогресс, наград. Это два категории. Ага, прогресс, наград. Вот. Второе, категория заданий. Это мы задание сейчас выполняем. Тесто должно много. Шкала прогресса категорий на тройке. Вот оно, шкала. Описание задания. Это описание задания 4. Вот это, что мы будем готовить. Награда — это вот то, что экспо, которую мы получим. Все, можно закрывать. Сохранение пошло. Чтобы начать готовить тесто, сходите в подсобку за нужными ингредиентами и приборами. Следуйте по зеленой линии. Пошли, пошли. Красивый, мы сейчас наконец-то... А я... О, я реально Виталий. Можно окно закрыть, можно окно открыть. Я в Италии где-то нахожусь, наверное. Или в Испании. Какая-то коробка. Картины у меня здесь. Боже, как красиво. Здесь работать одно счастье. Так, вниз какая-то подсобка еще есть. Так, там мы тут выпекаем. А здесь что у нас? Куда я тут пришел? Так, это тестомешалка. В ней за раз можно приготовить большое количество теста. Как правило, одной или двух партий теста, приготовленного по рецепту, хватает на целый день. Хорошо. Одной или двух было написано. Нажмите Т, чтобы продолжить. Это тесто-мешалка, ребят. Давайте ее заценим. Прикольно.
Я никогда в жизни таким не пользовался, никогда такое не делал. В жизни реальной, в игре тоже. Перед тем, как запустить тестомешалку, добавьте ингредиенты в чашу. Начнем с муки. Она лежит на полке сзади, одного мешка должно хватить. Так, на полке сзади. Вот она подсвечивается, мука. 3,5 килограмма. Стоит 45 центов. Берем, покупаем. Держа мешок муки, нажмите на чашу вместо этой самой тестомешалки. Заливаем. Так я не вижу, куда это. Тихо-тихо. Ага, как было и в обычной игре. Только я не вижу точки зеленой. Наклонить мешок в исходное положение. Ну, вроде я сыплю хорошо. Можно быстрее? Добавьте чашу. 3,5 килограмма. Ну вот, я ее вообще почти горизонтально перевернул. Все высыпал. Пакетик куда деть? Сохранение. Вы ждите, у меня пропало что-то. А куда? В урну, наверное. Это урна. Я могу ее туда запихнуть? О, могу. Я его все высыпал. Зачем мне пакетик? Так, мука очень важна в приготовлении теста, но это не единственный ингредиент. Все остальные вы найдете в коробке, купите и добавьте нужное количество в чашу. Вода. А что за коробка? Ага, коробки разбросаны у нас, как и было в этом, в обычной игре. В разных, вот эту тут, например, есть коробка. Открыть. Дрожжи. Подождите-ка, закрыть вначале. Вода, соль. Дрожжи 10 грамм. А сколько здесь грамм я покуплю сейчас? Я не знаю, сколько я купил. Наверное, сколько? Если я поставлю и на них наведу. 10 грамм дрожжей. Ага, там не пишет почему-то. Вода, соль, дрожжи, 10 грамм. Бах. Есть дрожжи, галочка появилась, видите? Отлично. Так, что теперь? Соль. Соль и вода. Мука, специи. Соль. 3 цента купить. Баночку купил. Соль 250. А как мне рассчитать теперь? О. Один. Ой, так я буду ее до пенсии сыпать. Ладно, сыпем. Приправница, крупные дырки. Чик. Ага, во. Крупные дырки. Видите, там справа есть исходное положение. Приправа, мелкие дырки. По 20 сразу сыпи. По 10, по десяточке. Значит, сколько мне нужно было? Давайте мелкие дырки. Добьем до 60. 5, допустим. Так, есть 65. Видите, там вам, я надеюсь, все. Теперь крупные дырки. На букву И нажимаю. И все. Прикольно. Я переборщил, кажется. Но обратно не забрать. 1 грамм боль. О, все, оно засчитало мне. Соль мы должны куда-то себе поставить, чтобы в будущем мы его еще могли использовать. Здесь тоже можно, наверное, мешать. Ой, это тесто раскатывать или как? Так, вода. Вода у нас осталась. Разные жидкости. Вода. Чик купить. А сколько мы купим его? Ой, вода в таких бутлях, как вино, слушай. А сколько в такой бутылке воды? Сейчас мы просмотрим. В приготовлении соусов и теста мы часто используем различные приправы, поэтому все наши солонки и перчицы закрыты сдвоенной крышкой, позволяющей сыпать 1 или 10 грамм за раз. Нажмите И, чтобы переключиться между режимами. Да-да-да. Здесь 1 литр воды. 1 литр воды мы можем выливать полностью. Так, только я не вижу... Я не вижу точки... Я не вижу точки. Я не вижу точки зеленые. Но они так вот на ощущение можно лить. Литр. Есть. Все, бутылку выбрасываю. Так, а почему не в пластмас... У них, видите, видимо, так принято в продавать воду... Продавать воду в стекле и плюс такие пробки, как на вино. Так, второй литр льем. Я привык в пластмассе, что у нас продается вода. Ну, не, ну это же обычная вода. Или даже с крана. У них там, тем более, в Европе должна быть очень чистая вода. Питьевая с крана. По идее, можно было бы набрать. Ну вот, вода. Покупаю. Вода. Купить. Так, мне нужно еще 400 грамм воды. Аккуратно сейчас. Это будет сколько сейчас? 100, 200, сейчас будет 300, ребят, 300, можно уже дзюрить поменьше, все, вода засчитала, игра сохраняется, воду, получено достижение,
Вдребезги, я разбил бутылку, блин, кто-то порежется. Так, в целях безопасности тестомешалку перед запуском надо закрыть. Крышка управляется рычагом на панели управления. И что мне с этим стеклом теперь делать? Как мне его убрать одним махом? Я такие осколки буду до пенсии собирать, каждый этот осколочек. Нажмите на подсвеченный рычаг. Так, надо этот рычаг нажать вначале. Бумц, закрылось. Так, отлично, теперь все готово. Осторожно, не нажимайте красную кнопку, иначе все ингредиенты, помещенные в чашу, исчезнут. Нажимайте только в том случае, если ошиблись в рецепте или случайно уронили в чашу что-то, что не может, не, вы не можете из нее достать. Так, Т, чтобы продолжить. Красную кнопку нельзя нажимать. А где красная кнопка? Вот это красная. Это мусорка, а это... Т, чтобы продолжить. Нажмите зеленую кнопку, чтобы запустить тестомешалку. Приготовление теста займет кое-кое время. Вы можете понаблюдать за процессом, но давайте не будем тратить время. Я шикнул. Так, о, тесто мешается. Смотрим и читаем. Поговорим о соусах. Рецепты для соусов можно найти там же, где и рецепты для теста. Просто откройте вкладку «Соусы». Сегодня мы сосредоточимся на классическом соусе маринара, но в будущем этот список расширится. О, мое тесто посыпалось. Прикольная машинка, сразу на кусочки. Раз, два, три, четыре, пять пиц можно сделать. Так, достаем смартфон. Так, куда мне... Откройте подсвеченное приложение «Пицца Профи». Заходим в приложение. Это «Пицца Ежедневник». Один. А где «Пицца Профи»? «Пицца Про», наверное. Подсвеченное приложение. Не засчитало мне, что я его сошел. Бэк. О, «Пицца Про». Ага, я назад нажал, и вот это «Пицца Про» было. Я на тесте был, на разделе «Тесто». Я нажал «Бэк», и меня вернуло. Теперь соусы. Прикрепите рецепт соуса маринада так же, как рецепта теста в неаполитанском стиле. И давайте начнем работу. Как ее прикрепить? А, так, и гал этой вот скрепкой. Есть. На домашний экран. Чикс. Что теперь? На домашний экран. Я вернулся. О, у меня прогресс прошел чуть-чуть. Что там? Соус маринара 1500, и у меня еще экспа добавится. Потом какой-то будет новые ингредиенты появятся, новый перк. Так, это закрыл. Сохранение. Вот, у меня рецепт внизу висит. Так, что у нас есть? Пора открыть шкаф и набрать свежих овощей. Следуйте по зеленой линии в подвал меня. В подвал. Опа, ух ты, какой классный подвал. Так, что здесь нужно делать? Взять корзина. Берем. Берем. Так, соберите ингредиенты. Помидоры, Сан-Марино, чеснок, Сан-Марио, помидоры. О, чеснок. Давайте с чеснока начнем. Чикс. Сколько там грамм? 5, 10, 15, 1 зубчик 5 грамм. И помидоры, Сан-Марино. Ух ты, какие они. Сколько их нужно? 100 грамм. Детальное управление. Брось, купить продукт. Вот так и набираем помидорки. Они такие длинные, ну и хвосты, хвостатые. Хвостатые длинные помидоры. 800, 900. Раз, два. Нельзя так быстро клацать. Надо медленно наклацывать, потому что оно так не проклацывается побыстрее. Все, набрал. Следуйте по зеленой линии. Чук-чук-чук-чук. Тут тоже всего много интересного. Всякие сыры, там какая-то еще там штукенция была. Хамон, может быть. По зеленой линии. Вот я пришел. Нажмите Т, чтобы продолжить. Прежде чем добавить содержимое корзины в кухонный комбайн, убедитесь, что вы взяли все нужные ингредиенты в правильном количестве. После того, как вы заполните кухонный комбайн, вы не сможете ничего из него достать. Так, хорошо. Соль, соус, помидоры. Оливковое масло, соль, сушеные орегано, базилик, чеснок. Боже, сколько всего нужно для этого соуса. Ну, начнем мы с помидоров. Это сюда мне нужно? Это что продолжить? Тиш. Поставьте корзину, посмотрите на нее. Вы увидите ее содержимое. Если заметите что-то, чего там быть не должно, уберите это. Поставьте корзину. Ну давай поставим. Мне сказали, чтобы я поставил. И посмотрел, все ли там, все, что мне надо. Это что продолжить? Тиш. Добавьте все кухонный комбайн. Обратите внимание, что достаточно одного нажатия, чтобы перенести все продукты из корзины в комбайн. Держа корзину с ингредиентами, нажмите на подсвеченном кухонном процессоре. Добавьте ингредиенты. Помидоры, Сан-Марио и чеснок.
Но только два, а остальное я потом сам буду засыпать. Только вот эти ингредиенты нужно засыпать. Видимо. Так, допустим. Меня тут... Мне говорит, что мне... Я думал, туда сейчас оливковое масло. Но это нелогично. Зачем туда в корзинку с тканью оливковое масло лить? Ну, правильно же. Это еще не все. Нам нужно оливковое масло, травы и специи. Вы найдете травы в гербарии. Поскольку мы готовим почти 2 литра соуса, добавим не нескольких листочков, а целую веточку. А остальные ингредиенты вы найдете в коробке. Поставьте корзину. Поставим. Нажмите на гербарий, чтобы подобрать веточку базилика. А где мне его тут найти? Нажмите на гербарии. Тут... А, вот он. Гербарий. Привет. Базилик свежий. Это он же? Нет. На гербарии. Гербарий. Подождите-ка. У меня вот список. Сушеные орегано, базилик. Про ком гербарий? На гербарии, чтобы подобрать веточку базилика. Тогда все правильно. Взял веточку базилика. Так, добавьте веточку базилика в кухонный комбайн. Все, я правильно понял. Так, теперь оливковое масло, соль, сушеные орегано. Начнем с соли. Соль мы уже с вами покупали. У нас ее довольно много. И мы можем сейчас начать с этого коварного дела под названием крупные дырки. Чикс. Под названием соль. Крупные дырки. Раз. 9 грамм. 19. 29. Соль. Все. Соль 40 грамм. Даже переборщил чутка. Но не страшно. Так. Сушеное орегано. Это, наверное, нужно покупать в коробке. Так. Это будет в специях. Сушеное орегано. Купить. Сушеное орегано 25 грамм. Чикс. Раз. Два. Три. Четыре. А тут можно было... крупными. И маленькая теперь. Один раз чикс. Единицу. Есть контакт. Соль тут справа поставим. Слева. Оливковое масло 200 миллилитров жидкости. Оливковое масло купить. Так. Что, будем лить? Будем. Куда мы деваемся? Что нам еще делать? Надо лить. 200 миллилитров. Прилично оливкового масла нужно для такого соуса. 100. Почти есть. И подходим медленно к 150. И можно уже на убавку идти. Оп-оп-оп. 80. 90. Есть. Готово. Сохранение. Правильно, лучше сохранить мне игру. Бамц. Так, Т, чтобы продолжить. Прежде чем приступить к приготовлению соуса, нам нужно поместить гастроемкость в комбайн. Без нее соус будет некуда налить. Буква Т. Что такое гаст? За исключением тестомешалки, все оборудования требуют установки гастроемкости перед запуском. Понял. Гастроемкость. Возьмите одну из пустых гастроемкостей, которые вы можете найти на кухне, поместите ее в камеру для емкости кухонного комбайна. Если у вас когда-нибудь закончатся пустые гастроемкости, вы всегда можете купить еще в коробке. Берем гастроемкость и запихиваем ее внутрь. Так. Отлично, теперь можно приступить к приготовлению соуса. Вам нужно лишь нажать зеленую кнопку комбайн, позаботиться обо всем остальном. Не нажимайте красную кнопку, она нужна для очистки кухонного комбайна. Так, зеленую, я вижу. Зеленую. Я цвета еще пока различаю. Так, у нас достижение выполнилось, плюс рецепты нам больше не нужны. Почему? Поэтому можете открепить их так же, как и закрепляли, нажав на соответствующую иконку в списке рецептов. Понял? Приготовление соуса в кухонном комбайне займет какое-то время, так что нет смысла бездельничать. Берите корзину и возвращайтесь к шкафу. Так, берите корзину, к шкафу. А что еще? Следуйте по зеленой линии. На shift я не могу, как-то на shift нажимаю, но не останавливается. Соберите ингредиенты. Маслины, кукуруза, салями, белый лук, моцарелла. Так, ладно, открываем. Берем вот это. Моцарелла. Есть. Белый... что это такое? Это, по-моему, белый лук. Белый лук. Белый лук. Белый лук. Белый лук. 200. По-моему, на нем все мимо сыпется. Нет. А, один упал, белый лук. Присесть. Ctrl. Белый лук. Я же вижу, что что-то происходит, какая-то дичь. Оп, последний. Что, тоже упал? Тоже? А что оно мимо корзинки у меня все сыпется? Берем это тоже. Так, салями, маслины, кукурузя. Подождите-ка, я не вижу, чтобы подсветить. О, это что?
подсвечивается солями. Вот здесь у нас солями. Кукуруза, маслины. Видите кукурузу? Я не вижу. Подожди. Бум, корзина, постой пока. Кукуруза, маслины. Кукуруза, маслины. Соберите ингредиенты. Может, коробки? Так, утварь, специи, продукты. Дрожжи, мука, сахар, соль, понятно, вода, подсолнечное масло, утварь. Разное. Нет, тут нету. Газовый баллон. Тут нету этого добра. Маслины. Тут их нету. Может, это? О, кукуруза. Кукурузу надыбал. Так, закидываем. Бум. И маслины. Маслины. А я тут... Они в банке, они тут лежали, не подсвечивались. Что за безобразие? Ой, только не разбить бы. Следуйте за по зеленой линии. Берем корзинку. Корзинку и идем. Будем сейчас что-то новенькое готовить, походу. Поставьте корзину. Ща. Вот, допустим, сюда мне предлагают ее поставить. Сохранение. Соус уже должен быть готов. Возьмите гастроемкость и обернитесь. Я вам кое-что покажу. Будете... видите этот поручень на стене? Потяните за него. Подождите, соус уже должен быть готов. Возьмите и обернитесь. Я вам кое-что покажу. Видите? Так, берем эту штуку вначале, да? Потяните за него. Следуйте по зеленой линии. Так, это что такое? Потяните за него. Что-то. Ух ты! Так, вы можете расставить гастроемкости соусами, ингредиентами, не возвращаясь на главную комнату. Настоящая экономия времени. Теперь ставьте гастроемкость на полку и давайте вернемся к ингредиентам. Нажмите полку, чтобы оставить гастроемкость. Ну, допустим, вот, чикс. Бам, цин там вставим. Возьмите солями. Солями, солями, колбаска. Положим солями в астрономический рейхчик и нарежем пару кусков. У нас осталось немного нарезанной моцареллы, так что давайте натрем ту, что вы купили на электрической терке. Не забудьте поместить... Боже, сколько здесь всяких возможностей. Куда мне ее нужно запихнуть? Сюда? Положите солями в автоматический рейхчик. Смотри, что делаем? Жук. Пустую... Поместите пустую гастроемкость в автоматический рейхчик. Пустую... емкость, гастроемкость. Смотри, что делаю. Жу. Запустите резчик. Смотри, нажимаю. Возьмите моцареллу 200 грамм. Кукурузя. А тут, знаете, в чем прикол? Что я не вижу нормально ее. Мне на нее навестись. Тяжко попасть. Видите, как я поставил. Так, моцареллу в электрическую терку. Сюда. Прикол. Классно. Еще одну емкость надо запихнуть. Так. Мы сейчас все мельчим. Ну, ясно. Мельчим, чтобы потом все добавлять в пиццу. И на зеленую тоже. Так. Помните, гастроемкость солями нарезанной на полку для гастроемкостей. А вот это? На полочку гастроемкость. Возьмите рядом. Видите, с этой стороны тоже есть гастроемкость. И тут соус маринара, гастроемкость солями нарезанная. Прикольненько. Гастроемкость с моцареллой тертой на полку для гастро... Тоже там рядом поставлю, пускай будет у нас какая-то чикс. Все, сохранение. Слушайте, мы так далеко прошли, просто уже полчаса прошло видеоролика. Мы сегодня впервые поиграли в эту игру. Имеется в виду дополнение, мне очень понравилось. Я буду продолжать это все учиться готовить пиццу. А мы сегодня, в принципе, одну простенькую пиццу приготовили. На следующий раз мы как бы будем более уже капитально брать эти все дела. Пока что можете поддержать меня лайком и, в принципе, какой-то комментарий, возможно, написать, если вам понравилось. Увидимся в следующем видосе. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.